Доброе утро тем, кто это смотрит, а тем, кто не смотрит, спокойной ночи. И сегодня у нас кроссаут. Обнова же случилась, 2 гигабайта качали, что же там, всем так интересно. Много разных ошибок исправлено, куча доработок сделано. Но это все мелочи, не стоит уделять им много внимания. Давайте сразу о главном. Контур деталей теперь оранжевый, это ли не чудо? А ведь еще и внешний вид контейнеров изменили. А на реликтовых фрагментах вот такая вот круглая хрень теперь, просто офигенно. А если серьезно, есть тут несколько больших перемен, сначала о хорошем. Немного перелопатили режим в штормовое предупреждение. Раньше оно как было, 15 денег взнос за участие и 1000 победителю, остальные в пролете. Видимо, мало было желающих тратить деньги на бои. Хотя режим довольно интересный. Сейчас же вы можете играть там совершенно бесплатно, качайте только механиков до 10 уровня. И награда там теперь выдается не только за первое место, но уже не в игровой валюте, а металлоломом. А победитель в этом режиме получит помимо ресурса еще и контейнер. Правда, самый беспонтовый, но тоже неплохо. Сразу как-то заиграл этот режим. Ну а фигли, он ведь интересный. А вот еще одна хорошая новость. Но не для всех, а только для тех, кто использует медленно вращающиеся орудия. Например, башенные пушки или автопушки. Или даже пулемет тяжелый. В общем, теперь с зажатой кнопочкой Alt можно глядеть по сторонам, не поворачивая орудие. Или убегая от преследователей и отстреливаясь при этом, нажимаем Alt и поглядываем вперед, чтобы не врезаться. В общем, функция очень полезная. Давно пора было это сделать. Ну и хватит хороших новостей. Теперь о грустном. Видимо, прислушались разрабы к плаксам форумным. Да, решено было понерфить копья взрывные. И знаете, что с ними сделали? Теперь копья требуют энергию. Одну штуку каждая. И все. Тут же они исчезли с машин игроков. Теперь могут вздохнуть с облегчением любители стоять весь бой на базе, поглядывая на все происходящее через прицел. Да, и меня забирали ваншотом с копий, но это не расстраивало. Скорее наоборот, заставляло задуматься, что я сделал не так, почему вовремя не заметил, не избежал урона, а может в машине что-то переделать. Но сейчас можно не париться. Копья, если увидишь, то очень, очень редко. И будет их уже не так много, как раньше. Но в любом случае это был тупой нерв. Вот задумал я со взрывными копьями в бой пойти. Всю энергию отдам на это. А мне их любой союзник может сломать в начале боя. А ведь такое уже было. Есть и такие, которые могут и специально копья вам сломать. И ему за это ничего не будет. И у вас, считай, никакого вооружения не осталось. Видимо, действительно, разрабы сами в эту игру не играют и не понимают, что иногда херню творят. Ну и хватит тут зря воздух сотрясать. Пора ваншотить копьями. Играйте в кроссаут и никогда не забывайте поставить лайк. Всем спасибо, заходите еще.